председателю городского совета ветеранов войны и труда, депутату Думы Серовского городского округа Александру Николаевичу Якимову. Добрый день, дорогие ребята, уважающие. Ветераны Серовского городского округа гордятся, ребята, вами. Мы говорим слова благодарности вашим родителям, которые воспитали настоящих патриотов. Мы уверены, что вы всегда будете помнить, что вы призываетесь из города Серова к своей малой родине. Будьте дружны, будьте благоразумны и помните, что вы именно с Урала. Я уверен, что вы выполните достойно свой долг и вернетесь живыми и здоровыми. Добрый путь, ребята!